Дядя, тетя, здрасте. Сегодня у нас в ремонте вот такая вот пластмасска. Ну, это таходатчик от стиральной машинки с прямым приводом. Проблема в чем? Что у нас идет такой скрежет и всякие непонятные звуки. Как будто подшипник рассыпался. То есть то туда крутится, то туда рычит, жужжит. То есть вот этот компаунд надо как-то убрать. Начал тут ковыряться. Надо попробовать его как-то снять. Вот маркировка, тут все дела. Все как положено или не положено. Проверяется он очень просто. Сейчас проверим, покажу. У нас стоит на 20 килоом. Один щуп кидаем на первый вывод. Ну, вот если смотреть с этой стороны, то есть на ножку или как ее, на контакт первый. И второй проверяем вот крайний. С этого края первый и второй. Проверяем. То есть у нас 10 кОм. Есть. Второй проверяем. У нас бесконечность. То есть у нас в обрыве там два резистора стоит. Сейчас этот компаунд аккуратно снимем и посмотрим. Тут он зажал два щупа, и у нас показания 338, ну 330 или 340 ом. То есть я поставил на 2 килоома. Точка у нас 330. То есть они два стоят в параллели. Где там? Вот. Эти два рабочих. А вот эти два, они пропали. То есть сейчас это, ну уже не сейчас, опять уже поздно, завтра выпаяю их. И тут надо на центральном складе найти что-то похожее. Может быть, что-то из этих выберу, найду. Ну а пока я спать, потому что уже 5:12. Пока не забыл сказать, что надо перед тем, как выковыривать этот весь компаунд, или как он называется, эту резину, надо пока идти по краю и аккуратненько, ну, например, я ножом аккуратненько все это дело подковыривать, чтобы вот рядом у нас резистор идти, и тут чтобы их никак не зацепить, не подорвать, дорожку не перерезать, не идти. Ну, как-то так. Но многие те, кто разбирается уже в этих радиоэлементах, то есть у нас 681 маркировка этого резистора, ну, которые стоят как раз там, где нам надо поменять, то они показывают здесь сколько там, 330-340 тех, таких пределах. А у нас получается этот резистор по маркировке
он должен быть 680 Ом. То есть, когда у нас стоит на 2 килоома, наконец-то я добился этого результата. Вот, 680. Ну, на один погрешность там. То вот как-то так. То есть, подобрать сюда надо резисторы на 680. Ну вот, нашел 680 Ом. Ну вот смотрите, если у вас нет 680 Ом, у нас получается они в параллели, вот мы замыкаем. И у нас, вот сюда посмотри, у нас получается сколько? 337. Ну, то есть, как у нас было и показание в начале на самом тахо-датчике. Или датчика холла, или как его там назвать, обозвать, не знаю. То есть, если есть на 330-340 Ом сопротивление, то мы берем... Давай покажу ближе. Мы берем и вот эти вот одну ножку... Где там она? Вот эту одну соединяем с другой. То есть такую дорожку делаем. И эту же соединяем с этой ножкой. И все. И тогда можно кинуть один резистор на 330-340 Ом. Но так как у меня нету перерыв, сколько их тут куча купили, ну не нашел. Ну еще здесь надо поискать. Что-то, ну это рыться не хочу. Нашел на его где там как раз 4 штуки. Есть один останется в запас. Ну вот выкрутимся с этой ситуации вот таким вот макаром. То есть это то, что было показание. Это было показание двух резисторов, соединенных вместе. То есть, чтобы вы не испугались, если там у вас будет там показание, ну, написано, вот как здесь написано, что 680, а у нас должно быть, а показание 330-340, то есть это все нормально. Потому что в параллели они показывают меньше. Ну все, спаял. У нас была проблема в этом крайнем выходе. А сейчас у нас уже 10 килоом. Ну и проверим тот, который у нас был рабочий. Потому что рабочий я это взял и припаял. Эх, да что ж такое. Припаял другие что резисторы. Тоже 10 килоом. То есть все без проблем у нас показания есть. Вот, вот так все там припаялось. А, надо взять такой пистолет. Как мой друг говорил, покупается в любом магазине без паспорта, не надо никаких документов, можно покупать и пользоваться. Подключаем и пользуемся. Вот так это все дело залил. Еще тепленькое. Сейчас у нас все схватится, побелеет и ничего не будет видно. А было бы прикольно, если бы так осталось прозрачным. Это, наверное, эпоксидкой залить надо, чтобы оно осталось прозрачным. Все, у нас заработала стиралка, которую делали
Ну и все на этом. Там пытался поумничать. Ну, короче, не получается у меня учить. Проще получается что-то сказать и все. А там что-то научить, как-то более подробнее объяснить. Не, это не мое. Ой, это уже будет следующий проект. И там следующий проект. Один, второй. Тут третий. Короче, видео еще будет куча. Всем большущий приветище и главное не болейте. И все у вас будет хорошо.